Что это у вас за айфоны? Украден айфон из магазина с Фарвой. Значит, сколько человек у вас было? Получается, трое. Трое. Вы были за рулем, да, в автомобиле? Ну, да, я сам об этом не знал. Вы подъехали к магазину. Ваши друзья вышли. Не к магазину. А куда? Там подальше. То есть вы их просто высадили? Да. Это. Потом еду, вижу, бегут. Думаю, сначала мои, не мои, потому что там женская одежда была. Думаю, мои, не мои. Подъехал еще ближе, смотрю, мои залетают в машину, говорят, братан, быстрее, быстрее, быстрее. И все, и уехали. А женская одежда при чем тут? Потому что там женскую одежду были, они переодеты. А, то есть они переоделись еще? Да. А что там из одежды было? Я не знаю, какое-то пальто, ну не как пальто, а как пуховик красный какой-то. Вот так вот. Переодевались вроде бы для того, чтобы кражу совершить? Да. А зачем? Изменить личность. Сколько штук-то удалось вынести? Много. Много? А что-то удалось уже сбыть? Нет. Нет? Ну, планировали, да? Да.